заслуженный тренер Советского Союза, заслуженный тренер России Владимир Цезарь Черня. Воспитал почетный динамовец, воспитал мировую легенду профессионального олимпийского бокса Константина Дзю. Сегодня мы с ним, я его хочу показать, как человек, частник, за свои деньги построил мега спортивную арену с ним проектом в радиусе от Нижнего Новгорода на метров. Человек о будущем думает. Он не вывез деньги за границу, он не купил себе яхты, пароходы. Он сделал для города сказку. Олег Жуков просто красавец. Дай пару слов Олегу Жукову. Олегу Жукову Владимир Цезарь Черня оставит. Мы оставим тебе подарок, книгу, и наберем, где ее забрать. Спасибо большое, Олег. Олег, спасибо тебе большое. Это прежде всего твоя духовность, которая воспиталась на этой земле, на нашей. И дух предков, их аура тебе, видимо, сконцентрировалась гораздо больше, чем в тех людях, в которых она должна быть. Хорошие слова сказал. Пойдем, Сергей, заходим. Над нами земля, да? Да я уже давно много раз Цезарь здесь был. Здесь был чемпионат России по боксу. По юниорам проходил. Греко-римская борьба была. Вот здесь для... Вон там еще зальчик большого тенниса для всяких вспомогательных мер этих видов спорта. Этот ролик даже посвящаю еще конному нашему министру, который разбирается в олимпийских видах спорта. Вот я ему показываю, какие фоки надо было строить в нашей Нижегородской области. Мощно. Дуб. Вверху дуб мореный. Смотри, футбольное поле, все в шаговой доступности. Красота. И гостиница. Рядом, да? Гостиница на 450 человек. Ну, это здорово сейчас. Вот в транспортной загруженности наших регионов. Здорово, когда вот что такое город Суздаль в радиусе 200 километров от Нижнего Новгорода.